Также губернатор призывает жителей соблюдать строгий масочный режим и социальную дистанцию 1,5 метра. А для тех, кто занимается физкультурой и спортом на открытом воздухе, если они не являются членами одной семьи и не проживают совместно, рекомендуется соблюдать дистанцию в 5 метров. Спортивные, физкультурные, зрелищные и иные массовые мероприятия с числом посетителей более 3000 и наполняемостью более 50% площадки, а также все мероприятия в рамках проекта «Активное долголетие» временно запрещены. А также до улучшения эпидемиологической обстановки отложены все публичные мероприятия, за исключением официальных. Также действуют рекомендации для групп риска и 65+, о самоизоляции и переводу максимально возможного количества сотрудников на удаленный режим работы. Продолжают осуществлять свою деятельность при соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора, МФЦ, учреждения культуры, социального обслуживания, общественного питания, химчистки, салоны красоты, станции техобслуживания автомобилей, автоперевозчики, ателье и кинотеатры. Отправляясь в эти учреждения, не забывайте маску, почаще мойте руки и будьте здоровы!